Так сегодня тестирую вот этот DAF, и потом покупаю Iveco, который хотел купить еще в самом начале, когда играть начинал. Вот, ну, пока вот этот DAF потащу. Вот, так, пошли. Пятница, поздняя осень, как поздняя, где-то, не знаю, середина октября, что, 16-е, наверное, 110-й, 115-й день игровой. Так, и что тут? Ну, давчик. Так, холодно довольно-таки. Так, я в реале холодно. Реально. Так, нужно прямую перевозку какую-нибудь выбрать. Так, значит, самый такой дешевый на самом... Нет, как бы из Люксембурга. Женеву, нет, мне нужно что-то на 5 часов такое. Вот. Штутгарт, к тому же, довольно срочно. Хорошо. Погнали. Четко, что ли, за рулем? Блин, подсветки в этом навигаторе нет. Это издевательство. Thank you.
что-то я так простыл. Ну еще бы, так холодно в комнате, это просто капец. Блин, из окна дует, неизвестно, что заклеить нечем, скотча нет. В общем, капец какой-то получается. Так это не Англия. Мы там кому-то мешаем? Да. Сейчас мимо гаража нужно пройти. Между, ну, не между, а мимо. Что-то я. Вот он. Справа, слева. Ограничение скорости этот навигатор тоже не показывает. Ничего, будем смотреть на знаки. Здесь 90, кстати, Франция. Так, а ехать мне как? Как мне ехать? Страсбург, Штутгарт, понятно. Так, Страсбург, так, если мужик. Понятно.
куда-то я не туда уехал. Да. Сраный навигатор. Блин, не туда. Придется через МЭЦ разворачиваться. Блин. Дебильно. Да. Что поделать? Опять будут штрафовать за нарушение режима труда и отдыха. Сейчас бы хоть куда надо попасть. Развернуться бы так по-наглому хотя бы. Не, везде отбойники понаставили. Можно, конечно, включить обычный навигатор такой, который... Вот этот. И то комфортнее, а то чё глаза ломать? Блять! Сейчас. Зараза. Ой, ёлки. Чё-то я, по-моему, его дерябнул. Ага, тут ещё и вот чего.
месяц. А куда я еду? А почему меня не так развернуло? Я опять где-то ошибся, что ли? Блин, я еще где-то поворот пропустил. А я же должен был вот тут развернуться. Пиздец просто. Можно было на терминале развернуться, но почему-то... Что-то там карта как-то вообще проглючила. Я вот тут должен был повернуть. Я, видимо, прочесал прямо. Пиздец, что-то я как-то невнимательно, очень невнимательно, так сказать, сейчас сегодня торчу. А если вот через Страсбург? О, еще больше, между прочим. Ну, о, зато плюс, вот здесь вот новую региональную дорожку изучу. Да. Однако, но я не успею, конечно, до... В общем... 14 часов осталось, а ехать 7. Ну, в принципе, ничего, может, и успею. Но придется без отдыха, будут штрафовать адски. Да меня там опять эта карта забросила. Что вообще происходит? А. Ну, пока нормально. А если развернуться и через МЭЦ проехать, то еще дольше. Ага, он мне сюда прямо показывает проехать. Ну, молодец, конечно. Нет, а если вот так... Вот здесь можно как-то оказаться? Можно, но дольше. Я могу вот терминал вот так проехать и обратно. Ну и дальше уже получается пиздец. Ладно, ехать 7 часов. А до отдыха у меня... Да, не успею. Кстати, 7. Осталось 13. И я не успею, если буду отдыхать. Надо вот мне было ошибиться с маршрутом. Это пиздец просто. Часов. Если не отдыхать, засну. Засну, попаду в аварию. Разобью новую тачку. Тоже неприятно. В общем, неприятная ситуация. Превышение тоже штрафа. В общем, задница. Можно было бы поспать, как во время дипломного проектирования, меньше часов, чем надо было бы. Дело было бы. Все из-за этого сраного навигатора, который не работает без света. Бага. Я думаю, на пару часов превышу, а потом через пару часов отдохну. В смысле, когда будет 0 минут до сна необходимых.
еще 2 часа превышения работы. Смотрю, во сколько, кстати, чувак засыпать начнет. Хотя это может выгореть очень-очень дорого. Не нуди. Превышать, естественно, не буду, потому что люди могут выскочить. Это, конечно, неприятная ситуация будет. Это уголовная статья будет вообще-то. Там что, опять светофор? Или переезд? Нет, светофор. Сообщениями ты карту мне скрываешь, невинную ни черта. 2,5 часа еще отработаю. Уже. Пальцы к мыши примерзают. Холодно. А температура, которая на улице, всего минус 6, минус 7. В реале, в смысле. А в комнате уже где-то некомфортно прям. Прям заметно некомфортно. Сейчас будем обгонять. Резко так. Ой, а может нет? Не сейчас. Сейчас. Не, не сейчас. Вот сейчас. Сейчас главное не уснуть во время обгона, это будет вообще опасно. Засранец. Сейчас. Я просто записываю, сколько раз меня штрафанули за это дело. Вот. Ух ты ж мать! Неудачный рейс на самом деле.
Зато нет ДТП. А чё я вез? Если вы поняли, понятно. Ага, нужно. Я так понял, это... Вот в чём дело. Я так понял, это... Так, ETS перешел в режим Spin Tires. Из-за неграмотного обгона. Это был коп, кстати говоря. Рейс не очень удачный. Как-то сразу все не задалось, так сказать. Чувак, у меня тут проблема, не видишь? Извини, пожалуйста. Новые искания, и наконец-то их ввели в эксплуатацию, в трафик. Чувак, извини, если я тебя задену, я не хочу тебя задевать, я постараюсь не задевать. Тут ДТПшечка произошла, поэтому... О, наш тут город как раз наш поворот. Еще одна с коней. Такая же точная. Это что, в матрице программу меняют? Поехали. А что, дворники не работают? Жалко, я еще груз повредил. Двигатель не повредил. Но я вроде бы неплохо так ушел. Да, дифференциал выключить. Палеты повредил на 1%, но тоже мне. Отсюда, значит, 2 часа еще поработать надо с этого момента. Сейчас, который час сейчас? Допустим, сейчас 6 утра до 8. Обычно в 8 я заканчиваю. 8 заканчиваю, потом 8 утра же и встаю. О, а здесь вообще 50 ограничений. Ничего себе. Десятку превышать, не больше. На самом деле мне ехать осталось... так, 10 часов отдыхать. Ага, если я сейчас отдыхать буду, то я не доеду нифига. Не успею. Здание будет не 4 часа. Неплохо рулится. Ой. Признаю, обгонять я пока не умею. Но я как бы избежал ДТП и не смел коповскую тачку. Уже хорошо. А то бы еще из-за ДТП, из-за ДТП с копом, из-за порчи груза. Это то, порчи груза. Все дела. Вот тут можно обгонять, да? Нет, уже нельзя. Ой.
встречка. Чувак, да ты что? Блин, надо обогреватель купить, потому что это морозяка нереальная. Не люблю общагу. Ну, здесь, кстати, ограничение 60, вот они и тащатся. Как не пойми, что... Обгонять нельзя. Ладно, это 8, да? Блин, до 8, конечно, немного стрёмно. Но полтора часа, надеюсь, не засну. За это время задремать, надеюсь, удастся не задремать. А чё у них там такая какая-то пробка прям? Почему пум-пум? Что это было? Ладно. Два раза штрафанули, что ли? Интересная тема. Нет! Что случилось? А вот теперь нужно искать место для отдыха. Кстати, в ДТП не попал. Так, теперь нужно искать место для отдыха. А где его найти? Так. Ну тут повезло мне. Прямо сильно повезло, но отдохнуть здесь совершенно негде. Интересно, а я вот так могу скорректировать? Нет, не могу. Отдохнуть здесь негде, кроме как в Штутгарте. В общем, продолжу. Будем считать, что первый раз я не заметил, что я задремал. Так называемый микросон. Поехали дальше. Просто нигде здесь карманов нет, ничего нет. Негде припарковаться, негде отдохнуть. И это все из-за дурацкого навигатора. Выкинуть его к ебеням надо. Поставить нормальный. Что это за навигатор, который только днем работает еще разок? Так, уже 5 нештатных ситуаций за поездку. Неплохо. Причем это дороже. Еще скорость 60, офигеть просто. Блин, вот эти хрены как ползут, как я не знаю что. Опять? Интересно, а он рулится. Ну, нормально, опасно, конечно, я знаю, опасно продолжать движение, когда засыпаешь, то все, другое, третье. Негде поспать. Сейчас опять штрафанут. Обгоняй давай. Я вот на 30 снижу. Давай, обгоняй, не хочешь? Мент ушастый. Ладно, надо успеть. Если я буду дрыхнуть, я как раз опоздаюсь. Штрафанул, засранец. Номера записывал. Два часа в таком режиме еще ехать. Это как минимум... Нет! Еще одно ДТП как минимум. А, вот это отлично, блин. О, как хорошо.
Что произошло? Повреждение прицепа 2%. Ситуация та же примерно. Заскочил в горочку. Так. И заглох. Ну, а что поделать? У меня с кабиной пиздец какой-то произошел полнейший. Вот тут бы взял, поспал бы, и чё, в чём проблема-то? Подрыхнуть вот тут. Мне интересно принципиально самому допилить. Можно ведь эвакуатор вызвать. Нету тут стоянок, нету тут мотелей. Можно вот сюда допилить. Ну и тогда просрочу доставку. А так я доставлю... Чёрт тебе что. Но в срок. Блин, очень много внештатов. Можно вот на эту заправочку сгонять, да. Вот на этой заправке можно поспать. Кроме шуток, да. Хорошо. О, блядь. Чё за фигня? Куда он меня ведёт-то? Чё он мне показывает здесь? А, из этой заправки потом хрен выехать можно, только вот туда, иначе... Ну, это мы еще посмотрим, как мы поедем. Я смогу выехать откуда угодно. Ну, главное, что на эту заправку сейчас нужно туда отъехать и подрыхнуть. На самом деле, 2 часа увеличивается на сколько? На 2... на 5? Или 2,5, там, 5... Да, 2,5 часа до заправки только перейти. Ну, потом, правда, еще назад, поэтому не 2,5, а где-то, ну, не знаю, час. Ну, нет. Пойду до победного конца. Может, карман какой встретится? Да ёб твою, ну только что. Блин, это довольно стрёмно. Может быть, ну, я так понимаю, вот мне не нравится. Это желтая машина, у меня еще и Ивэко был тягач желтый. Вот. И, в общем-то, на нем я тоже задрых довольно сильно. Но там, конечно, не так резко, но. Ладно, все, поеду на заправку, потому что, по-моему, вот эти вот моменты, когда я сплю, они будут удлиняться. Поэтому. Ладно, так и быть, на заправку и там подрыхну. А то я раздолблю всю тачку, о, как красиво. Да, я сейчас бы еще въехал в ограду в какой-то вот в отбойник. Вообще до 8 нужно было допереть, а сейчас уже 8. А, ну, кстати, да. Опять коп. Сейчас штрафанем. Странно. Какой-то латентный. Там сейчас поворот. Вот этот. Подожди ты, блядь, карту покажи, сучонок. Да, вот этот. Блин, все так раздражает местами. Да? Опять? Я надеюсь, я не въеду в эту стену бетон. Не, нормально. Ну, в любом случае, я работаю лучше, чем Домру. Домру, потому что даже доставить ничего не может по-нормальному. Хотя, тьфу-тьфу, в декабре не было забоев. В январе пока еще не закончился январь. Но у них все впереди. Сегодня 27-е, что ли? Ну и чё? И в чем проблема здесь выехать чуть-чуть навстречку? Ну, немножечко
нарушу, ну подумаешь, здесь же обгонять можно, вот нормально, никаких проблем. Опять коп? Это хотя бы не коп. Ну что, не проблема. В этот раз не сплю. Я не сплю. Вообще, конечно, сейчас смотрю Criminal Minds. Нет, ну то есть, блять, все-таки что-то там. Вот, там говорили, что снайперы могут не спать аж по 72 часа. Что случилось на этот раз? На этот раз случилось вот что. Притерся вплотную к отбойнику. Аварийку включаем. Все, чувак, видишь, у меня тут авария. Да что ты пикаешь? Ты не видишь, я на аварийке. Дура. Сейчас я тебя сфоткаю, зараза такая. Сейчас я тебе подожди. Я вот почти уверен, что это тетка. Гуд, не тетка. Ой, не туды. Мужик? Да ладно. Нет, не мужик. Вот эта тачка. Подожди. Я что-то не так скрин как-то сделал, но ладно. Вот. Все, поехали. Сейчас будем пытаться вырулить отсюда к чертям собачьим. Меня тянет куда-то вниз. Черт, еще одна ДТП. Зараза, ну что ж ты пикаешь? Ну ты не видишь, я сел. Первую передачу. Давай, тяни, ты же дав. Блин, еще так здорово посадил в горочке прям. Сейчас я свою педаль газа отпущу. И что она раньше обогнать не могла? Ну твою мать, а. Как-то долго в этот раз. Сейчас, секунду. Так, я царапнул. Вроде ничего не изменилось особо. Ну, будем считать, что ничего не случилось. Кроме штрафа. А чё, у меня отключился круиз-контроль? То есть, когда водитель засыпает, круиз-контроль отключается автоматом, что ли? Или я успел затормозить? Непонятно. Я так до заправки-то не доеду даже. А чё это там за мной? Есть какая-то пробка тоже. Здорово, первый же рейс на тачке, уехал не пойми куда, потом поторопился, заснул, в общем, короче, совершенно неудачный рейс. Хотя, вот сейчас будет пиздец. Да, полный пиздец, ну, можно продолжать движение, как ни в чем не бывало. Сейчас отмечу, что еще раз засну. Как ни в чем не бывало, я пытаюсь газовать, но не получается. Вот тут бы почему не поспать, а чё там как-то очень... Проезжай. Ага.
Я на каждый штраф, на каждую внештатную ситуацию, аварию, ДТПшечку, или даже, ну, как бы, короче, когда я долблю точку, короче, покупаю безделушку в салоне. Вот эта тачка будет обвешана безделушками очень богато. Хотя, наверное, не это, а следующая Ивека, которую я прикуплю. Опять? Я же даже не выехал из предыдущей задницы, мне уже опять задремали. Но в этот раз быстро. Я так на велике один раз, я не задремал, я в тумане был, туман был вообще нереальный. И тоже въехал с горочки, что-то думаю, ну до горочки там еще долго, успею оттормозиться. Ага, успел оттормозиться, когда в горочку поехал. Ну, руль не бросил. О, вот это опасно. Опасный такой момент. Крайне. Подожди. Сейчас я... Куда поворачивать-то? Мне на заправку надо. Заправка направо. Налево. Это лево. Вот почему у меня нет прав в реальности. Тормоза тут... Так, тормоза тут тормозные. Тормозят не сразу и плохо. Отлично, с этой заправки можно уехать вообще просто без проблем. Заправляться-то я не буду. Мне нужен карман для отдыха. Главное сейчас не подорвать заправку. И все эти беды из-за херового навигатора, у которого нет подсветки. Все, прибыл. Блин, вот секунду не могли подождать, а? Ладно, ну все, опять уже сколько там? Я фары не выключил, аккумулятор разрядился, скорее всего. Ну ладно, я уже, скорее всего, просрочил заказ. Да? Теперь заказ просрочил. Ну, это уже совсем другая история.